Сегодня под старинную кельтскую мелодию я попробую научиться исполнять ирландский степ. Традиционный костюм уже на мне, можно начинать. Доброе утро, Дарья. А на самом деле ирландский степ называется степом не потому, что там стучат, как чечетки, а потому что танцы танцуются так называемыми степами, с кусочками по 8 тактов, независимо от размера танцев. Как раз один такой степ из 8 тактов мы сегодня и выучим. Обучение начинаем с правильной позиции. Пятки правой ноги нужно поставить к носкам левой ноги. Так удобнее всего держать равновесие. Ягодицы втянули, плечи назад, руки перед собой в кулаки и за боковые швы платья. Вот, это наша основная позиция. Требл джига сегодня мой танец. Поэтому следующее базовое движение, которое я осваиваю, так и называется. Требл. Чуть-чуть усложняем. Нога у нас идет от себя, после этого к себе. И на каждом движении у нас делается удар. То есть от себя к себе. От себя к себе. От себя. Это требл. Джигу часто называют ирландским балетом и исполняют ее зачастую женщины, так как она содержит много скользящих движений, высоких прыжков и грациозных поворотов. Все движения, все удары у нас можно наложить какой-то ритмический рисунок. Сейчас то, что мы с тобой выучили, мы чуть-чуть ускорим в одном месте, в другом месте замедлим. Будет у нас раз, два, раз, два, три, пам, пам. Пробуем. Правая нога впереди. У нас получается от себя к себе прыжок на опорный. От себя к себе прыжок и поставили ногу назад. Осталось отработать хоп. В ирландских танцах так называют прыжки. Подпрыгиваем и ногу сгибаем к колену. Хоп. Ирландский степ – это очень хорошая нагрузка на мышцы ног. Всего за один час занятий чувствуется приятная усталость. Мы выучили один степ танца, который называется требл джига. Джиг на самом деле в ирландских танцах 4. Это была одна из них в жесткой обуви. А сейчас попробуем все вместе. И хоп, назад, левый, двойной, правый, хоп с правой, хоп, назад, двойной, двойной с правой. Раз, два, три, раз. Молодец. На самом деле все танцуется в 4 раза быстрее, но для первого раза у тебя есть и выворотность, и полупальцы. И звук. Поэтому месяц потренироваться, и все будет совсем замечательно.